Сегодня что-то, наверное, распаковка. Три посылки. Начнем по обычаю с самой маленькой. Такая тут странная что-то у нас находится. Ого! Это горелка. Как она называется? Это газовая горелка для кемпинга с Алиэкспресса. Стоила она где-то 200 с чем-то рублей. Мини-мини такая вот. На вид она очень хорошая, как тяжеленькая. Как я понимаю, вот так она раскладывается. Вот эти вот ножки. Это не ножки, а поставка для того, в чем будем варить еду. А сюда газовый баллончик. Вообще очень удобная вещь. Если нет возможности развести костер, или где-нибудь в Кировске, в Хибинах, где дров нет, то вот вполне удобная вещь. Очень маленькая. Вот эта кнопочка. Рекомендую эту вещь с Алиэкспресса. Скоро я буду в лесу тестить. Если с детьми пойду, то вот эту вещь я потестю. Хотя там у нас костер можно завести и газовый баллончик, не знаю, в смысле покупать. А, это не кнопочка, это для подачи газа. Больше и меньше. Да и дома можно такую иметь, кстати, да. Я приеду из отпуска, куплю газ и потестирую эту горелку. Допустим, нет электричества. Приготовить, подогреть. Оптимальная вещь. Ладно, дальше смотрим. Так, вот это вот. Вот это я не знаю, что. По одну вещь я не знаю, она пришла. Без трека. Слежим. А, теперь знаю, что это. Это суперклей. У нас запахло. Тут у нее запах идет не очень приятный. Да, вот здесь она нагревается. Кнопочка включается. И клеем. Да, это с Алиэкспресса. Суперклей называется. Он пластик клеит. Тут огонек. Мы здесь наносим с этой стороны клей. Наносим на предмет склейки. Закрываем. А с другой стороны, вот этим ультрафиолетом, мы как бы сушим. И он быстро склеивается. Высыхает и склеивается. Эту вещь я видел на одном из обзоров. Мне довольно-таки понравилось. Сам момент. Ну вот еще. Вот это вот, видимо, дополнительный флакончик с клеем. Я сейчас не буду экспериментировать. Тут написано 5 секунд и зафиксировано. Я буду этим экспериментировать. Кстати, вот коробочка должна. Вот газовой горелки. Такая. Ну вот эту вещь я всем рекомендую. Я видел в обзорах, она, правда, от нее что-то пахнет как-то не очень. Она очень шла хорошо. Это вот она снимается. Да, точно, вот. Кропачок с клеем. Девается новый. Все. А этот снимаете, давите. Он вытекает ультрафиолетом. Проводите, и он склеивает поверхность. Так что можете взять ради эксперимента. В принципе, она вещь недорогая, но выручит какой-нибудь такой обстановке. А вот здесь вот что-то большое. Я предполагал, что есть ножницы для резки овощей и фруктов. Но какие-то они слишком большие. Сожжение. Мне кажется, трек я неправильно записал. Но нет, так оно и есть. Смотрите. Это тоже с Алиэкспресса. Клапываем. Вот здесь как доска.
который резать. Морковь сюда вводим. Ну, допустим, вот морковь. Так. Супруге подарю, сейчас она придет, я ее порадую. Зелень также, не знаю, сколько зелень. Острая, довольно острая. Острый нож. Здесь заглушка. Мне лично, я когда увидел обзор, решил сразу взять. Потому что я не люблю резать на доске. Нравится вот то, что я и хотел. Все, это не все распаковки. Скоро будут еще. Заказов много. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. И...